В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела. Водитель автобуса обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого травмы получили дети. По информации следствия, 29 февраля этого года водитель автобуса, который вез детей из футбольного клуба «Нефтяник» на соревнования, превысил установленную скорость. Более того, он проигнорировал плохие метеорологические условия, снегопад, и при порывистом боковом ветре он выехал на обочину. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП детям были причинены телесные повреждения, в том числе одному из них тяжкий вред здоровью. Следователям Следственного комитета расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.